Всем привет! Сегодня с вами соберем майк на 26-х колесах. Вот тут описание его стертое. Майк Т4 мы забирали уже. У этого красивый цвет идет металлик, поэтому сейчас его соберем. Написано Color Black. С одной стороны коробка выглядит вот так. А с другой вот. Просто здесь идет надпись майк. Цена у этого велосипеда 12 400. Возможно, у вас будет она чуть дешевле или подороже. Открываем коробку. В комплекте идут крылья, передние и задние. Проложен поролоном. Тут еще картон вот, на скотче это все примотано. Переднее колесо пристегнуто к раме на хомутах. Вот тут цвет можно посмотреть сразу. Такой зеркальный металлик, красивый. Внизу коробка лежит с основными частями. Здесь идет транспортировочная шпилька, чтобы вилка не гнулась. Достали его из коробки в сложенном состоянии. Выглядит вот так. Здесь на переднем колесе стоит заглушка, чтобы ось не погнулась. На заднем колесе на оси тоже стоит заглушка. Снимаем. Вот переднее колесо примотано к раме одним хомутом, вот второй и третий. Здесь все проложено в поролоне. Руль держится на одном хомуте. С другой стороны стоит тоже заглушка, вот такая вот мягкая. Руль проложен вот таким вот пакетом и обмотан скотчем еще. Ну все, убрали весь поролон с рамы. Теперь давайте посмотрим на сам велосипед, как он выглядит. Вот такой у него цвет идет, красивый прямо, хромированный. Тут идут наклейки, качественно приклеены, нигде нет пузырей. Здесь идет надпись Т4, название велосипеда. Здесь задняя тормозная система. На нижней части тоже Т4. На самой раме написано Make. Вот такая большая надпись. Смотрим с другой стороны. Здесь тоже идут наклеечки. Вот. Снизу надпись Т4. Переключатель Tauru Way. Не путайте с торнеем. И вот она надпись Shinimax. Стоят Shinimax'ы. Передний переключатель тоже Shinimax. Здесь вот предупреждение какое-то. Можете прочитать, кто знает английский. Давайте руль посмотрим. Вот. Это задний переключатель Shinimax, 21 скорость. На руле на самом Make написано две надписи. Это передние переключатели на 3 скорости. А вот крепление для руля. Руль у него не поднимается, крепится на двух болтах, а это ход вилки. Если его затянуть, то вилка будет ходить туго. Есть на Алиэкспрессе адаптеры, которые поднимают руль. Ссылку вы можете посмотреть в подсказках в правом углу, для тех, кому нужно. Давайте посмотрим теперь, что идет в комплекте с велосипедом. В комплекте идут крылья, вот это переднее крыло с болтиком и гайкой. А это заднее крыло. Крепится на подсидельный столбик. В комплекте есть два уплотнительных кольца, вот они,
Один потолще, другой потоньше. Теперь открываем коробку Zip. Смотрим, что же в ней есть. А есть в ней вот такое седло, упаковано в целлофановый мешочек. Сидушка комфортная. Здесь по бокам Make написано. Внизу пластик идет. Такой прочный довольно. А на самой сидушке вот такие вот черные вставки. Теперь смотрим. Идет диск тормозной передний. Прикручивается. Вот у него резьба внутренняя. Закручивается на само переднее колесо. Чуть позже мы его прикрутим. Также идут комплект педалей пластиковые. Подписанные левая, правая. Вот такие вот. В целлофановом мешке. И сам столбик. С надписями Make с двух сторон. И колпачки. 4 штуки ставятся. Колесо вот сюда, на гайку крепления колеса, вот сюда. Упирается велосипед быстро, примерно в течение 15-20 минут. Еще надо будет отрегулировать диски тормозные, чтобы они не шоркали об колодки. Вот, настроить переключение скоростей. Ну, начнем мы с установки тормозного диска на колесо. Закручивается оно вот так. И все, немного подтягиваем его. Затянули, колесо убираем теперь в сторону. Вставляем столбик крепления седла и ключом на 13 затягиваем две гайки по бокам. Вот одна и вторая вот. Сидушку прикрутили к столбику. Теперь сразу поставим заднее крыло на нее. Ослабляем вот этот болт крепления. Я поставил уплотнительное кольцо еще сюда, одно, и вставляем на подседельный столбик. Затягиваем теперь. Ставим сидушку на место. Вот так это выглядит у нас. Затягиваем, здесь есть специальный зажим. Подтягиваем и зажимаем. Теперь будем устанавливать руль. Разворачиваем вынос. Подтягиваем два болтика крепления выноса руля шестигранником на 5. Теперь откручиваем крышку крепления руля. Здесь есть 4 болтика. Отворачиваем их. Болтики все просолидолены. Ставим руль и наживляем болтики. Теперь поправляем руль. Я поставлю его, ну, вот так, наверное, прямо будет. И все. И затягиваем 4 болта. Теперь я поставлю переднее крыло под вилку, вот сюда вот. Здесь есть специальное отверстие. Откручиваем гайку. Вставляем болт. Затягиваем крыло. Переворачиваем велосипед, откручиваем транспортировочную шпильку с вилки и убираем ее, она нам больше не нужна. Тормозная машинка затянута, надо ее ослабить, потому что она не дает колесу встать нормально. Ослабили машинку, теперь устанавливаем переднее колесо. То есть закручиваем гайки ключом на 15. Все, остается нам совсем немного отрегулировать тормозной диск с колодками, чтобы он не шоркал. Вот так вот. Регулируется он просто. С внутренней стороны есть колодка. Она либо отжимается, либо прижимается. Вот он, болтик.
шестигранником на 5 тоже откручивается, закручивается. Это внутренняя колодка. А вот наружная колодка. Она регулируется тросиком. Тросик, если вы натянете, то колодка, вот она. Вот она, видите, ходит. И она зацепляет за диск. Поэтому начинает шоркать. Чтобы такого не было, нужен зазор с двух сторон. Видите, у меня с одной стороны зазор. Надо с двух сторон, чтобы он был. Вот. Зазоры примерно выставлены, но я сейчас выставлю зазоры и затяну машинку тормозную под этими двумя болтиками. Я думаю, здесь ничего сложного нету. Просто выставляете зазоры, вот видите, и все, и затягиваем тормозную машинку. Смотрите, а если вы выставили зазоры, у вас со всех сторон зазор, но в одном где-то месте шоркает, прокручиваете колесо потихоньку и смотрите, где шоркает. У меня шоркает внутреннюю колодку, поэтому я его немного вот так вот отжимаю. Потому что диски приходят не всегда идеально ровные. Поэтому приходится вот так вот. И все, диск не шоркает. Проверяем, как работают тормоза передние. Тормоза хорошие. Теперь будем регулировать задние тормоза. Смотрите, цепь задняя не одета. На звездочку одеваем цепь сразу. А, тут еще и застрял чуть-чуть. Диск тормозной немного подшаркивает, потому что машинка стоит немного в сторону. Сейчас ее поправим. Также откручиваем два болтика снизу. Крепление тормозной машины. И выпрямляем ее. Поправили тормозную машинку, теперь она стоит ровно. Диск крутится хорошо, без шума. Теперь сейчас будем проверять скоростя, как они переключаются. Если у кого-то есть шинемаксы, то напишите в комментариях, как они у вас работают. Давайте проверим, как переключаются эти шинемаксы. Вот как мы с вами видели, Tauru Way написано, там где-то шинемакс написан. Мы смотрим, как они будут переключаться. Теперь на вторую и первая, и обратно. Вторая, третья, давайте четвертую выпишем. Сейчас третья, вторая и первая. Вторая, первая, опять вторая. Опять не сразу зашла. Подтягиваем тросик. Вторая, третья.